вот сейчас на фоне пандемии многие люди устали уже от ковида, от этой ситуации, новой ситуации, неизвестной ситуации. Некоторые говорят уже об усталости человеческой цивилизации. А как вот вы, не испытывали никогда чувство усталости быть человеком? Нет, знаете, думаю, что чувство усталости в качестве человека испытать можно, и мне, кстати, кажется, что каким-то почти иррациональным образом вот в условиях пандемии очень многие люди, несмотря на то, что, казалось бы, да, ну, многие виды деятельности просто прекратились, и должно было освободиться время, наоборот, оно закончилось, и очень люди чувствуют усталость, причем от именно слишком большого количества деятельности. И мне кажется, что в этом есть что-то иррациональное, но, тем не менее, усталость совершенно реальная, но это человеческая усталость. Могу сказать точно, усталости быть человеком я не испытываю. Вот. И, собственно говоря, даже эти условия пандемии не кажутся мне катастрофическими. Вот. И даже в них, я думаю, вот исключая этот странный элемент, что же, собственно, произошло еще, кроме того, что мы видим на рациональном уровне, то есть происходит какое-то событие, пандемия, там, ограничения некие, да, переход в дистанционный режим, да, вот у нас конференция, то больше, на большую часть, да, дистанционно происходит. Вот. Но вот если исключить этот момент, то, как бы, по-моему, это условия жизни человека, которые тоже возможны, и в них, так скажем, есть тоже свои блага. Вот некоторые рассматривают пандемию как некое столкновение с будущим. Вот эти все разговоры о трансгуманизме, о постчеловеке, люди как бы устали от будущего, от этих всех апокалиптических проектов. Вот как вы считаете, можно ли на основе исторического анализа прошлого опыта как-то вот реконструировать будущее? Ну, я думаю, что, конечно, изучение опыта, да, оно всегда позволяет, ну, делать какие-то далеко идущие выводы. Вот. Ну, реконструировать будущее мы, конечно, не можем. Я думаю, что есть. То есть мы можем понять, как мы дошли до настоящего момента, ну, вот анализируя прошлые события. Но я думаю, что здесь есть все-таки, ну, как бы некий элемент абсолютной вероятности, да, то есть, как бы, может, да, идти в разные стороны. Неопределенности. То есть, если как в этой самой синергетике говорится, да, то есть вот как бы точка бифуркации, да, вот она вот из этой турбулентности каким-то образом, да, следует. То есть, куда мы направимся в данном случае, я думаю, это нереконструируемо. Уважаемые коллеги, очень приятно, неожиданно мне выступать на секции на такую тему. Вот. Тема моего доклада звучит как «Рождение катастрофического субъекта в протестантизме». Вот. И в некотором смысле, наверное, мне хочется поговорить по тому вопросу, который затрагивался здесь, вот в самом начале, да, я пришла чуть-чуть позже, и как раз вошла на докладе, по поводу которого эта тема возникала, да, собственно, тема предопределения. Вот, потому что этот вопрос, ну, значимый для христианства, да, вот в протестантизме особенно актуализируется в связи с тем, что, можно сказать, как раз католическая религия, да, она уже проблематизирует предопределение, проблематизирует, собственно говоря, понятие свободы, да, которое до какого-то момента не вызывало сомнений, да, а именно в христианстве поэтому это понятие развивается, что оно становится проблемой, да, и возникает мысль о том, что, возможно, свободы нет, то есть, а как помыслить эту самую свободу, да, то есть, как бы она вроде бы предполагала, что все зависит от выбора человека, но там есть судьба, да, вот, и вроде как, может быть, что-то и не зависит от нее, но вот этот вот выбор, да, на нем настаивается. Вот. А христианство ставит эту проблему. Вот. Но, как известно, да, банальная вещь, да, христианизм возникает как, ну, некий ответ на, ну, скажем так, формализацию католической религии, поэтому
возникают некие такие суждения, да, которые потом становятся расхожими, вот, и, возможно, они не совсем соответствуют некой действительности, но на них все время как бы ссылаются и опираются. Да? Вот, суждения относительно католиков, суждения относительно протестантов, да, вот кажется, что протестанты протестовали против формализации, да, связанной в том числе с, скажем, с продажей индульгенций, вот, которые вроде как не очень хороши, вот, но по сути дела, ну, как бы любое благое начинание, прекрасное, да, и отражающее, в общем, и дух, не только буквы, да, но и дух закона, оно, ну, как практика показывает в человеческом мире, так скажем, в том, что Августин называет градом земным, да, все время стремятся к тому, чтобы, ну, действительно, каким-то образом опошлиться. Вот, поэтому само по себе отпущение грехов, связанное с пожертвованием, да, оно оказывает на важную роль некоего посредничества, да, вот института священства, который берет на себя некую миссию по вот, посредничеству между человеком и Богом, а при этом христианство утверждает, что в пределах обычной человеческой жизни, вот, ведя свою человеческую деятельность, человек может все-таки достичь благодати, но тем не менее нужно ему вот это вот самое посредствующее звено, на которое будет его с Богом соединять. Вот протестантизм, отрицая обрядовость католицизма, собственно говоря, утверждает всеобщее священство, да, и утверждает, что этого посредствующего звена нам не нужно. И в этом смысле проблема, собственно, того, как обрести благодать, да, становится, ну, насущной. Да? А как обрести благодать, если у нас этого самого посредника нет? Ну и также о протестантизме есть некое расхожее мнение, да, которое, кстати, сегодня тоже уже в некотором смысле обсуждалось, относительно того, что вроде как там есть вот это вот самое предопределение, оно связано с... Ну да, то есть, которое дается до рождения, оно связано с проявлением там, ну, в каких-то коммерческих успехах, так скажем, да, ну и пытаются люди, так скажем, далекие от религии, свести протестантизм просто к, ну, устанавливающейся такой вот современной, да, устанавливающейся в современном обществе, ну, там, жажде наживы, да, которая ведет потом к обществу потребления, вот, и, в общем-то, к полной утрате веры, да, утрате какого-либо религиозного значения. Вот. И тут мы как раз видим, ну, что вроде бы вот какое-то было такое преобразование произведено в религии, которое, как вот в последнем докладе мы видели, которое вроде как является растождествлением, которое обозначает для нас именно путь вниз, да, то есть вот как бы такое вот падение, да, в том числе вот падение веры в результате некой секуляризации. И вот можно тогда поговорить о том, каким же образом эта самая секуляризация возникает именно, да, развивается именно благодаря становлению протестантизма. И, может быть, благодаря самому мистическому, да, и самому такому религиозному элементу, который в нем был, но который очень ведет, можно сказать, к неким радикальным выводам. Собственно, вопрос, о котором я хочу поговорить, это вопрос, связанный с работой Мартина Лютера, знаменитой, написанной, насколько я могу знать, в 1525 году. Работа называется «О рабстве воли». «О рабстве воли», вот, где Лютер выступает против Эразма Роттердамского, да, но идеи гуманиста Эразма вроде как повлияли на реформацию, они повлияли на становление протестантизма, но сам по себе Эразм никаким образом не принимает протестантизм, причем именно из соображений такого ренессансного гуманизма. Потому что он как раз как гуманист настаивает на значимости вот этого самого выбора, который есть у человека. Да? То есть человек сам совершает некий выбор, да, этот выбор свободен, да, и в этом смысле человек, он может устремляться к божественному, да, вот, вот как бы сам по себе. И в этом смысле Эразм как бы вынужден
до некоторой степени спорить с Августином Блаженным, вот, который просто является отцом католической церкви, да, то есть он вынужден с ним спорить, потому что Августин как раз говорит о том, что спасение дается только через благодать. Да? Вот. И должно быть вот это внутреннее стремление. И Эразм настаивает на том, что свободы, да, ее в общем нет, он не хочет спорить с Августином, да, он в общем пытается так вот как бы риторически обойти этот вопрос и сказать, что да, в общем, все конкретные действия, да, они от человека в общем не зависят, и мы можем вспомнить исповедь Августина, где Августин стремится поверить, но не может поверить, и в конечном счете в какой-то момент он сталкивается с неким внутренним порывом, неким внутренним решением, которое ему указывает на то, что на самом деле вот те блаженные, кто уже достиг благодати веры, они не собственными силами этого достигли, а отдавшись, да, открывшись Богу, да, открывшись божественной благодати, и ему нужно именно в некотором смысле проявить такую пассивность, да, открыться божеству, чтобы эту благодать обрести. И вот в этот вот момент, когда он понимает, что сам он спасение не обретет, да, с ним случается вот тот самый такой мистический, или можно сказать, даже им самим описанный, в общем-то, как бы как экзистенциальный опыт, когда он слышит некие слова, да, которые он сам решает интерпретировать как знак от Бога, но вот это именно внешний поступивший к нему знак, и приходит к выводу, что спасение возможно только через благодать. Так вот, как бы Эразм удерживается на вот этой вот позиции, на утверждение того, что спасение действительно приходит как бы через благодать, но требует, да, при том, что все остальное, да, то есть да, как бы душа приказывает себе, она по Августину, она не может сама выполнить собственного приказа, да, приказывает телу, тело встает и идет, приказывает себе и не подчиняется своему приказу, потому что нет достаточной силы желания. Да, то есть таким образом получается, что мы вольны делать то, что мы хотим, но мы не вольны желать по собственному желанию. И, следовательно, вот в этом вот, как бы, моменте получается, что свободы воли нет. Да? Лютер видит, что Эразм, ну, как бы, получается, склоняется к одной из вот возможностей в этом вот таком динамическом равновесии, на котором нас оставляет Августин, и говорит, что все-таки свобода воли есть, и свобода воли именно вот в этом стремлении, да, вот в этом самом порыве к Богу, и этот порыв человека свободен, да, он соединяет человека с Богом, да, здесь вот выражается, собственно, образ и подобие Бога вот в человеке. Вот. А Лютер говорит, что разум, ты глупый человек, ничего ты не понимаешь, свободы воли нет вообще. Да? И пишет работу о рабстве воли, где он усугубляет позицию Августина, он усугубляет позицию тех, кто следует Августину, и говорит, что по сути дела нужно утверждать, что спасение приходит исключительно через благодать. И в этом смысле человек, который лишен благодати, он грешит, даже когда ест и пьет. Да, то есть всегда грешит, да, что бы он ни делал, а человек, который обрел благодать, он вообще всегда делает то, что нравится Богу. И возникает такое ощущение, да, ну как бы из самой риторики текста, что значит свободы воли нет, то есть благодать, она как бы вот, вот Богом просто сверху спускается и все, да, как некая внешняя сила. И получается, что тогда вот этот вот обретший благодать уже может идти во все тяжкие, но это вот как бы нравится Богу. А у Лютера это вот как бы вот не совсем так, да? А что же здесь получается? А получается здесь вот что, да? То есть как бы жест, который Лютер совершает, да, он как бы более радикальным является. Потому что вот этот вот, это внутреннее убежденность в том, что все, что я делаю, нравится Богом, она рождается самим актом веры. Спасение дается только через веру. Да? Значит, она рождается самим актом веры. Этот акт веры, он находится внутри человека, и в этом смысле действительно в полной мере Царство Божие внутри нас.
Значит, вот как бы Царство Божие внутри нас, значит, если я поступаю как верующий, да, то, что я делаю, я сам сознаю изнутри вот этой собственной благодати, которая во мне присутствует, как то, что нравится Богу. Если я сам отступаю от того, что я знаю, нравится Богу, да, то таким образом я грешу. И единственный судья, который у меня есть, это тот божественный закон, который есть во мне самом. Через пару столетий приходит Иммануил Кант, вполне себе последовательный протестант, который фактически формулирует это в качестве внутреннего морального закона, в качестве категорического императива, когда получается, что ну, вот моральный субъект, да, он сам извлекает из себя закон, да, и дает ему его, по сути, всему миру, потому что он утверждает, что нужно поступать так, чтобы максимум его воли могла стать принципом всеобщего законодательства. Да? То есть, как он полагает, должны поступать вообще все, да? То есть, как бы вне зависимости от ситуации, то есть следовать именно этому самому долгу. То есть, если мы следуем склонности, желанию, то таким образом мы находимся под действием того, что Кант называет гетерономией естественных причин. Да? То есть, это мы находимся как бы в рабстве у внешней силы. Да, то есть действие по своему желанию – это рабство по отношению к какой-то внешней силе, которую по Канту можно назвать природой. Да? Это внешняя детерминация, это внешняя необходимость. Значит, если я действую таким образом, то я действую, по сути, не свободно. Я действую свободно, только если я следую исключительно долгу, который проистекает исключительно из акта самосознания, из акта сознания того, что я поступаю правильно, то есть я поступаю так, как нравится Богу, при этом этот Бог находится внутри меня самого. Но самое интересное, что опять же это соотносится уже, по сути дела, с тем, что говорит и Августин, да, потому что Августин, опять же, вот у него есть интересные рассуждения в на книге о Граде Божием, да, где он напрямую говорит, да, ну, собственно говоря, хороши бы, в общем-то, были бы и всякие там язычники, да, если бы, например, в языческих храмах они читали бы Платона, ну, хорошие моральные тексты, вообще замечательно, но ведь они там какие-то оргии производят, да, вот, эти оргии ему, Августину, не нравятся, он говорит, это демоны вообще какие-то, они непотребства от нас всяких просят, зачем я буду верить в таких богов, я не хочу верить в таких богов, то есть, по сути дела, он как бы выбирает христианство, потому что его, вот эти, как бы, так скажем, установление христианства, принципы моральные христианства, ему, Августину, кажутся более должными, соответствующими вообще всему как бы, происходящему в сфере морали, чем принципы язычества. То есть, понимаете, как бы выбор делает именно он внутри себя, но этот выбор соотносится его с Богом. Да? То есть он находит Бога в себе как собственное решение. И в этом смысле можно сказать, что в христианстве, да, ну, есть как бы изначально такая идея, что Бог перемещается внутрь человека, и человек достигает образа и подобия Божьего именно постольку, поскольку Царство Божие внутри нас, да, постольку, поскольку этот Бог находится внутри. А таким образом выходит, что Бога вовне уже нет. Да, он перемещается вовнутрь, он не как внешняя сила что-то нам указывает. Да, эту внешнюю силу нужно, собственно говоря, отринуть, а как бы вот спасение исходит из самого субъекта, но не из его желания, то есть не из него, говоря терминологией Канта, как члена чувственно воспринимаемого мира, да, то есть членоприродные необходимости, да, то есть, ну, так скажем, как некой составляющей вот всего сущего, да, вот он как некий объект среди объектов, да, как организм среди организмов, да, он имеет какие-то желания, а именно как член умопостигаемого мира, да, вот как член умопостигаемого мира, он имеет внутри себя вот эту самую божественную свободу, которая, по сути дела, узурпирует всю власть над всей моральной сферой. Ну, ссылаясь на еще одного же нашего отечественного философа, правда, не принадлежащего, насколько я понимаю, к христианской традиции, да, он скорее склонялся к такому мистическому иудаизму, Льва Шестого, да, это такая вот как бы узурпация, ну, так сказать, власти ключей от ворот рая, да, то есть и Шестов
вот эту вот узурпацию власти ключей от ворот рая связывает вообще с рождением греческой рациональности, да, вот греческой метафизики, то есть как бы вперед поехали от Анаксимандра, он уже выводит на вот такую узурпирующую власть, которая в христианстве, в общем, достигает своего расцвета, когда человек действительно вместо того, чтобы подчиниться внеположной какой-то мистической силе, которую можно назвать, да, вот именно непостижимой, вызывающей трепет, или в терминах Рудольфа Отто чувство тварности, да, но все-таки реально присутствующей вовне силе, вот, которая называет, ну, как бы, которая вызывает у нас нуменозное чувство, да, он, вот этот вот самый человек, по сути дела, принимает решение изнутри себя самого, да, то есть и вот это нуменозное, да, я уже, по сути дела, заканчиваю, да, это нуменозное погружает внутрь себя, да, то есть как бы и теперь выходит, что то, что до этого называлось Богом, как вот в неположенной таинственной силой, которая может, ну, как бы приказывать извне, и которая принуждает извне, но в этом смысле у нас остается зазор, подчиниться этому приказу или нет, то есть все-таки мы остаемся свободными, да, то есть теперь, когда этот Бог перемещается вовнутрь, да, то у нас есть исключительно внутреннее действие субъекта, которое, ну, можно сказать, да, делает человека как бы, то есть как бы Бога вовне нет, да, если, как у Шуберта в «Зимнем пути», да, слова немецкого романтического поэта, если в мире нет богов, мы богами будем, да, ну, то есть как бы вот это вот не такая вот как бы банальная, да, сила, что ну, я сам себе Бог, делаю, что хочу, да, а по сути дела вот эта божественная власть перемещается внутрь субъекта, субъект становится совершенно узурпирующим весь мир, захватывающим всю власть, да, то есть это такое то, что Ницше называет волей к власти, да, вот это как бы это воля к власти, которая существует на фоне чего? Отсутствие вне положенной силы. То есть вовне человека в качестве вот вне положенной силы, с которой он сталкивается и, собственно, соотносит с нею проблему свободы, да, остается исключительно ничто. Да, то есть, и поэтому то, что называлось раньше Богом, да, для вот такого субъекта оказывается ничем, да, таким вот страшным, ужасающим, тоже вызывающим нуменозное чувство, ничем, которое вне положено. Да? Ну, Хайдеггер это называет, да, вот как бы выдвинутостью ничто, которое есть такая экзистенциальная ситуация человеческого присутствия. Да? То есть как бы вот он охватывает весь мир, потому что эта власть исходит изнутри самого субъекта. То есть человек берет и перемещает Бога вовнутрь, в этом смысле достигая, да, то есть божественного в себе. Вот когда я прислала заявку, да, Владимира порадовали слова о героическом энтузиазме, да, потому что я говорила о том, что, говоря словами, да, невозможно удержать того, кто движется в бесконечность, в трансгрессивном порыве, по выражению тщетно сожженного на костре Джордана Бруно героического энтузиазма. Да? То есть, как бы, в общем-то, его сожгли, но это было совершенно тщетным действием, потому что вот эта вот воля к власти, да, которая им представлена, ну, в красивых очень словах, что как бы, в человеке есть бесконечное стремление, да, вот у него есть бесконечный порыв, и этот порыв сам по себе, разрывая конечную человеческую природу, является божественным. Так вот, по сути дела, Бог узурпируется вовнутрь. Ну что ведет, соответственно, к секуляризации, что ведет к тому, что мы утрачиваем религию, что ведет к тому, что мы уже не знаем, кто мы, да, что ведет к полному растождествлению. Ну, я бы сказала, что в этом смысле это как бы путь вверх, потому что это углубление рефлексии. Да, то есть это углубление рефлексии субъекта о самом себе, когда он обретает в себе божественное и уже действительно не знает. А, то есть вот было сказано, что Бог над полами, да, так вот как бы вот и человек оказывается над полами, потому что а кто он, если Бог, который над всем, да, уже внутри него, да, а вне него вообще неизвестно что и ничего нет. Ну и в таком случае остается в полном недоумении, которое отмечается постструктуралистами относительно того, что же он есть такое, ну и в состоянии некоего ужаса, а что же вообще такое действительно будет, и как же жить, и кто же я, и почему все так распадается, потому что эта власть узурпируется внутри. Ну вот, поэтому я и говорила о катастрофе. Да, вот.
Такой примерный доклад. Да, спасибо, пожалуйста, коллеги. Вопрос, можно, да? Да. Светлана Борисовна, вот сегодняшнее, то, что раньше казалось исключительно божественным, непостижимым, ну, например, да, из космоса видеть человека, отслеживать его местонахождение, читать его мысли, контролировать его поведение, воздействовать на него путем различного рода излучений, на его психику, на его мыслительные процессы. Все это казалось совершенно божественным, непостижимым. И что отразилось, вот то, о чем вы сказали, в различных учениях. Проникновение, когда Бог вне, он перемещается внутрь человека, управляет ли, свободен ли человек или не свободен. Так вот, сегодняшняя система, в частности, система социального кредита, рейтинга в Китае, как вы знаете, да, она построена вот на этой самой идее тотального контроля за человеком. Когда на человека не только можно отслеживать, в том числе его мысли можно читать, не только настроение, но и человеком можно управлять. Понимаете? И вот в связи с этими технологическими достижениями, да, которые тоже построены на определенные идеи, Платон, как говорит Платон, да, не просто они так родились из ничего, эта идея социального рейтинга кредита, справедливой оценки и справедливого воздаяния. За хорошие дела тебе рейтинг увеличивается, за плохие дела он уменьшается и, соответственно, уменьшаются возможности. Так вот, я к чему это говорю? Конечно, всякая аналогия хромает. Система эта еще недостаточно совершенна. Но все-таки определенные аналогии, мне кажется, позволяют понять вот эту дилемму о свободе человека или его рабстве с точки зрения воздействия на него высшей силы. Вот мне как вы относитесь к этому? Ну, видите, у меня-то речь о чем шла, что высшая сила, да, может пониматься как внеположная, да, и как внутренняя, да, вот, и в этом смысле как раз в современном мире, да, мы то ли понимаем, то ли осознаем, да, то есть как бы то ли обретаем это состояние, то ли просто осознаем это состояние. Состояние действительно, ну, как бы двойственности. С одной стороны, как бы вроде бы полной свободы, да, а с другой стороны, мы осознаем состояние полной зависимости, да, ну, о которой, например, говорит даже самая, как бы, физическая наука, да, когда полной зависимости от какой-то вот внешней детерминации, да, то есть мы уже даже не знаем, каким образом мы от нее зависим. Ну, потому что... Ну, посмотрите на себя. Очень характерное, кстати, изображение, когда мы... Вас трое. Очень интересная проекция. Да, когда трое. Да, там же больше. Когда трое во имя мое соберутся. Да, это вот хорошее замечание. Да, так вот, соответственно, мы осознаем. То есть мы, не, может быть, не обретаем это сознание, может, обретаем, но благодаря осознанию мы его точно обретаем. Да? И мы обретаем общество, в котором мы вроде бы предельно свободны, и при этом нас предельно контролируют. Да? А, вот, и в этом смысле, если мы еще и понимаем, что этот контроль – это наша внутренняя сила, да, то действительно уже непонятно, а кто меня контролирует, да, то есть если как бы я являюсь, ну, субъектом, а не просто объектом этой системы, да, что если я являюсь тем, кто сознает себя в качестве контролируемого, то я оказываюсь субъектом, да, и в этом смысле мой субъект в качестве результата моего же контроля, его начинает это шизофренически зашкаливать, естественно, да, то есть он понимает, да, и в этом... Вот как бы может родиться такая идея, да, ну, то есть говорят о распаде субъекта, и тогда мы понимаем, что, возможно, на, как бы наша субъектность, да, она не положена по отношению к нам же, как к какому-то, значит, определенному индивиду, который действует совершенно подконтрольным образом, но, собственно говоря, вот эта как бы его собственная субъектность, она же его и контролирует, да, то есть эта воля к власти, она, оставаясь внутренней, не становится просто, ну, то есть как бы было бы все хорошо, если бы была просто внешняя сила, или, как там говорят конспирологи, вот есть какое-то тайное правительство, которое все это делает. А что, если его нет? Да?
не дай ему правительство, не Бога, да, не высшие силы, а это вот оно все вот, вот, вот как бы вот само изнутри нас самих, то есть вот все эти беды и ужасы, которые происходят, да, и все эти пандемии, все это не действие тайного правительства, не действие какого-то заговора, и не действие Бога, и не действие дьявола, а действие, собственно говоря, наше собственное. А зачем же я это делаю? И кто я вообще такой? Да? Поэтому тут уже с гендерами можно запутаться, если чем угодно. Это, в общем, тема следующего нашей конференции. Да. Да, хорошо, один. Светлана Борисовна, большое спасибо за содержательное выступление. Вот у меня, собственно говоря, вопрос, связанный скорее с предметной областью. Да? Получается, что вот обозначенная вами проблематика, она, с одной стороны, относится к теологическому дискурсу, а с другой стороны, переводится на язык философии. Вот здесь, ну что называется, паспорт специальности, да, вот где грань вот предметной области, если мы говорим о философии. А второй вопрос здесь, конечно, связан с тем, что вот, опять же, мы сегодня частично к этому вопросу подходили уже по поводу взаимоотношений между субъектом и объектом, диалектического взаимоотношения. Вот опять же, как вы вот решаете этот вопрос здесь? Вот здесь любопытно, потому что вы говорите как раз о концепции, которая, наверное, ближе к Хайдеггеру, да, когда вот сливается этот субъект и объект, и непонятно, где внешнее, где внутреннее. Но он говорил, правда, об этом состоянии, которое он выводил за рамки рационального дискурса. То есть оно изначально оно переживаемое, но о нем нельзя ничего сказать. Ну, я так, в общих местах, да, то есть в общем плане. Вот такой вопрос. Короткий вопрос, короткий ответ. Да. Если исходить из первой части вопроса, да, где пределы предметной области, то поскольку у меня речь идет о становлении европейского субъекта, да, или, так скажем, современного субъекта, потому что речь идет уже о распаде субъекта, и не о том, что от него осталось, потому что когда становился субъект, то с ним становилась и объектная область. Да? А тут получается, что если субъекта нет, то и с объектами тоже большая проблема. А что вообще ими является, а не все ли вообще это иллюзия, а эта иллюзия, она, собственно говоря, где? И не сам ли я иллюзия, может быть, сам субъект иллюзии и так далее. Но поскольку это ведет именно к овнутриванию религии, да, а к овнутриванию вот этой нуминозной силы, да, то есть нуминозное перемещается вовнутрь, да, вот, поэтому оно и как бы выражается как внешнее ничто, да, поэтому, наверное, так популярны там всякие фильмы ужасов, там «Чужие», другие, да, потому что, ну, с чем я сталкиваюсь вовне, вот, то границы предметной области здесь, в общем, как бы смещаются с теологией на философию полностью, да, то есть вот как бы становление новоевропейского субъекта и становление современного субъекта, оно действительно ставит теологию под вопрос, потому что раз оно все погружает вовнутрь, то оно и секуляризирует, и тогда теология просто как бы грустно становится. Поэтому, в общем, я почему начала-то с католиков, с их индульгенциями, тут можно еще и о православных тоже поговорить, с этими самыми литургическими практиками, на которых католики тоже настаивают, что они необходимы, как вот эта вот открытость внешней силе, как все-таки на присутствие божества, да, то они являются в этом смысле спасительными от катастрофы вот этого узурпирующего власть субъекта. То есть для субъекта, может быть, единственным спасением является в данном случае отказаться вот от этой вот как бы катастрофы овнутривания и все-таки открыться божеству в литургической практике. Вот, поэтому, может быть, индульгенции-то были и ничего, вообще говоря. То есть, может быть, в них и наша надежда. Вернуться. Да, может быть, им стоило бы вернуться к этой посредствующей силе, ну вот, потому что, ну, как бы, если нам в этом состоянии страшно, да, то и мы уже не знаем, кто мы такие, то, может быть, в общем, Августин был не так уж не прав, что в какой-то момент нужно вот это вот просто как бы открыться и ощутить присутствие божества. Да, именно присутствие. А тут получается, что мы сталкиваемся только с отсутствием, но сразу он присутствует прямо во мне.
Да? То есть как в качестве, в конце концов, морального закона, поэтому религия нам, как Кант уже говорит, в общем, как бы нужна, но только так, для утешения. Ну, вот. А сначала есть вот это самое моральное действие. Поэтому здесь, конечно, как Гегель говорит, да, что ну, там было искусство, религия, о, философия. Философия, все, абсолютный дух достигает на тотальности. Ну, он вместо тотальности достиг шизофрении, но это уже как бы ну, его даже не важно. Хотелось бы сказать. Ну да, получается, что мы имеем смерть института на самом деле, да, переходя в индивидуальное ощущение Бога и Божества. Ну, я так, может быть, обобщил слегка. По поводу индульгенции, хорошая мысль, в каком-то смысле это снятие социальной, в том числе и напряженности. Само появление, это же не только вопрос денег, да, на строительство часовни там, Петра, которую хотели построить. На самом деле, всякий социальный акт – это снятие напряженности. Выборы, песни, Первомай, что там еще, какая-нибудь литургия патриотическая и так далее. Да. Гражданской религии. То есть, может быть, как раз теология, ну, как раз предельно актуальна, да, то есть мы ее утрачивали, а тут-то как раз, может быть, и получается, да, что у нас вопрос не теология, в том смысле, что теос, в этом смысле Бог, это не что-то конкретно личное, а некая внешняя сила, может быть, как-то так, которая, на которую мы смотрим, глядя из себя уже, получается, что на самом деле, что примиряет нас с этим миром. Если раньше Бог примирял, ну или внешние силы с этим миром, то сейчас мы сами себя примеряем и вместе с тем пугаемся, потому что мы видим, что ссылаться кроме на нас нечего, видя вокруг несправедливости, ужасы. Получается, что мы все время скажем своим шагом жизни, что ужасаемся и подвигаем себя к смерти. Да, то есть как Хайдеггер говорит, да, что только Бог еще может спасти нас, наверное. Он... А Бога нет, как известно. Да, Бог умер. Это его нет, да, но... Хорошо. Последний вопрос, пожалуйста, да. Руслан Викторович. Да. Слава Борисовна, вот я как протестант, для меня просто актуальная тема по благодати. Вот два вопроса по благодати по Мартину Лютеру. Это третий вопрос. Это все вместе. Это все вместе. То есть изначально Мартин Лютер называл послание Якова соломенным. Потому что Яков говорил, что дело без веры мертва. И Лютер уцепился, как что? Ну, через дела, что ли, спасаемся, только через веру. Он понял, о чем говорил Лютер, что не будь голословным, делами показан вера. Вот. У мусульман, например, особенно в священнические праздники, они стараются как можно больше дел сделать, чтобы получить спасение. Да? Допустим, у буддистов, тоже если ты в этой жизни много дел добрых сделал, то следующий возможность тебе повезет стать кошечкой, собачкой, да? То есть делами. Вот. Так вот, у меня вопрос. Как вы считаете, можно ли благодать заслужить делами? И второй вопрос. Если благодать есть, возможно ли ее потерять? То как? Спасибо. Ну, вот как раз. Я бы здесь сказала, что заслужить та благодать невозможно в том смысле, что ее невозможно заслужить извне. Поэтому как бы делай, не делай, да, то она ниоткуда не возьмется. Поэтому благодать берется раз вот в этой системе только изнутри. Получается, то вот сам этот акт веры, он уже и есть дело, и в этом смысле любое дело будет тогда соответствующим этому самому акту веры. Да? И уже ничего не надо заслуживать, ты уже делаешь то, что соответствует акту веры. Ты ничего не заслуживаешь, ты уже там. Вот, поэтому как бы, действительно вот сначала вера, которая вызывает благие дела. То есть как раз заслужить можно от внешней силы. А вот можно ли ее потерять? Ну, фактически, да, я думаю, что можно ее потерять относительно себя самого, да, идя против собственного вот этого вот как бы собственной веры, идя против собственного морального закона, то есть начав как бы. Без по флоу. То есть, если уж Бог внутри, то и бес тоже внутри его. Да? То есть, в этом смысле, как бы, тот, кто начинает что-то делать, ну, как бы, не как верующий, но зная, что вот эта вот самая вера есть, зная, что он должен делать, он еще не утратил благодать. Но в конечном счете он может просто забыть о том, так скажем, что Бог внутри него, и надеяться на внеположную силу и идти во все тяжкие, опять же, ну вот и делать все, что угодно, в таком случае он просто, да, ну, то есть утратить благодать в этом смысле, это утратить акт самосознания, но иногда возникает ощущение, что иногда его и утрачивают. Как думаете, перефразировали эту античную фразу еще «человеке смерти всех вещей», вот из 21 века, понимая, что Бог внутри человека? Человека Бог мира? Тогда человек безмерность всех вещей.
Внутри, это он не в желудке же, он же в голове. Не знаю. Ну, он в желудке, очевидно. Не знаю. Блуждает. Да, если он там есть, он везде. А вот как бы вот, если он оттуда... Все-таки у нас многоточие, то-то-то, мера всех вещей. Отсутствие. Ключевое все-таки это вера, это дар. Человек сам не может прийти к вере. Вера – это дар. Вера, да. И вера как раз и открывает понимание того, что Бог внутри тебя. Он открывает тебе благодать. Потому что если ты не имеешь веры, то никогда и не поймешь благодати. Так вот, да, вот вроде как вот Лютер об этом говорит, да, что нет, свободы воли нет, все это как бы дар. А из этого тут же получается, что этот как бы дар, он уже находится внутри, значит, как бы никакого дарителя нет. Апостол Павел, по благодати вы спасены. Не по делам, по благодати. Ваша интересная жизнь, вы оставили. Знаю!